Всем приветики, дорогие друзья! Сегодня я хотела вам показать и рассказать про наши самые лучшие покупки игрушек из фикс-прайса. Самое интересное, я бы сказала, что постоянно есть в наличии, это вот такие вот разные книжки. Честно скажу, мне очень нравятся там книги, особенно вот такие вот с глазками. Настюша их просто обожает. Очень для деток интересно то, что глазки шевелятся, то есть эффект живой книги. Вот такие различные три кота и, конечно же, синий трактор азбука. Очень хорошо, Настюша уже всю эту азбуку выучила, пальчиками показывает все картинки. Так что это, я считаю, очень классная покупка. Следующее наше интересное и, я считаю, очень подойдет всем деткам, недорогое, это набор овощей и фруктов. Мы покупали две сеточки, отдельно продавали овощи и фрукты. Вы представляете, Настюша сама ходит. Так, дальше, что я хотела показать. Мы покупали вот такой вот аквариум, здесь набирается водичка, кому интересно, я в прошлом видео показывала. Настюшка, иди сюда, будем смотреть, да? Следующее, это вот такие вот сортеры, они скрепляются между собой, вот. Так, далее, вот такой вот домик счёты с часиками, учиться считать. Потом очень недорогие пальчиковые краски я покупала и пластилин детский. Так, недавно покупала вот такую вот картинку-вкладыш. Вот, там очень много разных, я взяла девочки как такую для девочек. И, кстати, появились тоже новогодние вкладыши. Затем покупали вот эту вот топовую игрушку блестящую такую вот. Настюша, чья птичка, иди сюда, смотри. Также покупали вот такую вот яркую, мягкую тыкву-подушку. Это мы на Хэллоуин покупали. Вот такую вот музыкальную покупали штуку, но она более для старших деток, то есть запоминать цвета и нажимать, развивать память. Настюшка сразу психовала, не понимала смысл этой игры, кидала, но это для более старших деток. Так, дальше. Вот такую куколку тоже покупали малыша. Одевать, раздевать. И вот такую вот мы покупали, она была в колбе такой, но мы колбы выбросили, такие шары стеклянные, потому что они немножко начали растрескиваться. Так, такая вот лопатка, кстати, скоро зима, и эти лопатки всегда есть в наличии, такие вот высокие, длинненькие, малышу не надо сильно нагинаться. Вот, также покупали вот такие вот кубики, ну, знаете, взяли какую-то очень сложную картинку, поэтому Настюша просто с нее строит пирамидки. Так, следующее, чайный набор, здесь у нас тарелочки идут, блюдечки, ложечки. Настя вообще в восторге, она и своих игрушечек поет. Я, кстати, сложила вот в такие вот все корзиночки, расфасовала, это заказывала в Икее. Так, что у нас дальше? Недавно к празднику купили вот такие вот... Настюша! Так, Настя в кадре. Иди сюда, Настюшка, поздоровайся со всеми. Иди покажи, какие для праздника купили вот такие вот дуделки. Я не дую сильно, потому что Настюшка их боится немножко. Поэтому вот так вот на Новый год мы взяли. Все-таки праздник. Так, набор шариков купили.
И, конечно же, забыла показать, это вообще надо было самую в первую очередь показать, это магнитная доска «Пишет и стирает». Настя постоянно рисует, и вот намного очень удобно, молодым мамам советую. Вот фломастеры, конечно, классно, интересно, но вот если надо отойти, а ребеночек хочет порисовать, боитесь, что там обрисует там столик или обои, вот, даете магнитную доску, Настя проснется сразу за ручку и вот так вот начинает точечки, точечки рисовать. Так, и сейчас Сережка поехал, тоже заехал в Фикс Прайс. Я попросила купить кое-какую игрушку, так что чуть-чуть попозже покажу, когда он вернется. Пришел Сережка с работы и привез Настюшку игрушку. Вот такой автомат с напитками. Вот, посмотрите. Так, сейчас мы его откроем. Да, Настюшка? Новая твоя игрушка. Вот так выглядит автомат. Здесь кнопочки, лимонный, манго и фреш микс. Так, здесь открывается коробочка. И здесь монетки. Вот, монетки. Кстати, надо быть очень аккуратно. Кстати, Настюша сама стоит. Так. Сейчас мы прочитаем, что здесь надо сделать. Загрузи напитки в автомат. Загрузили. Брось монетку и нажми на кнопочку «Понравившийся напиток». Так, загрузи напитки в автомат. Но они вроде загружены, напитки, да? Или что тут еще? Ага, вот они загружаются. Так, загрузили. Так, открываем кнопочку. Монетку, Настюшка, надо. Закидываем монетку. Да. Что-то не... Куда ее загружать? Так, загрузили и нажимаем... Вот, выбрали и выпал напиток. Так, держи, Настюшка. Сейчас еще одну попробуем монетку. Вкидываем. Да, вкидываем монетку. Вот, вкинули. Выбираем напиток. И... Напиток готов! Вот еще один. Ну, интересная игрушечка, конечно. И здесь вот монетки собираются, потом назад доставать. Еще третью бутылочку. Да, кстати, их несколько штук вон там, вон, напитков. Понравился? Настюша любит все такие сейчас необычные штучки. Ребенок сам стоит, я довольная. Так, и вот такой лимонный. Вставили сюда монетку, нажимаем. И достаем. Вот. Баночка такая, напитка. Вот здесь. Так, у нас сейчас уже практически 8 часов вечера. И отгадайте, что я делаю. Ем. На ночь глядя. Мяско с рисом, с сыром, с морковочкой, с луком, с майонезиком. Сережка пришел с работы, пюрешку, Настюша поела пюрешку. И мы сделали оливье. И у нас, короче, были соленые огурцы, но закрытая банка. Мы, короче, не хотели открывать и добавили, знаете что? Кислую капусту. И, кстати, очень вкусно получилось. Так что... Надо с того, что есть, короче, уметь готовить. Ты махаешь, а мы уже с Настюшкой даю ей йогуртик. Вот такой вот наш белактовский пьет, да? Пьешь, Настюшка, йогуртик, да? М? Скажи всем привет! Всем привет! Будем уже готовиться потихоньку ко сну, да? Пей с трубочки. Покажи, как ты пьешь с трубочки. Ты махаешь, всем привет! Всем привет, привет!
Вот. Ладненько, Настюшка, тут у нас легкий ужин, йогуртик питьевой, печенька дала погрызть. Так что, все, пойду укладывать этого малышика спать, карапузика. Пойдем спать с тобой или еще играть будем? Увидимся уже с вами завтра. И всем пока-пока, пока-пока. Настюшка, махай пока-пока, скажи всем пока-пока. Махай ручкой, махай ручкой. Всем пока-пока. Хочет уже спать ребеночек. Все, дорогие друзья, увидимся уже с вами завтра. Всем пока-пока. А.